храпела Вика в крепких лапах, чуть отведя в сторонку нос. Ведь это никакой не папа и никакой не Дед Мороз. Ей очень нравилась игрушка, и нужно было потерпеть. И даже песню про зверушку она была готова спеть. Терпел Вадим, терпел Сережа, и Стасик маленький терпел, и остальные дети тоже терпели этот беспредел. Большой, не очень трезвый дядя с ненастоящей бородой, поверх усов игриво глядя, сидел под елкой со звездой, а перед ним лежал заветный, забитый доверху мешок. Прием избитый и запретный, игрушка только за стишок. Никто не задавал вопросов, ведь даже мелкий Стасик знал, что этот дядя с красным носом игрушек тех не покупал, что мама с папой их купили, исполнив письменный заказ, но проходимцу положили в его мешок, как в прошлый раз. То песня, то стихотворение, чтоб свой забрать по праву дар. Где край у детского терпения, когда закончится кошмар? За что ребятам эти муки? А распустившийся колосс свои протягивает руки, хватает за уши, за нос, и терпит Вика и Сережа, и Стасик маленький, и Влад, и остальные дети тоже. Они забрать свое хотят, свою игрушку, куклу, книжку, конструктор, мишку, паровоз. Мечтают бедные детишки схватить и убежать в припрыжку, забыв кряхтение и одышку того, кто все это принес.